Всем привет! Сегодня я продолжу свои эксперименты, а именно начнем посадку кипариса. Во всяком случае, я так определил это растение по шишкам и семенам. Кипарис голубого цвета, семена у него живые. Вот я одно семечко отрезал. Данные семена уже, судя по всему, прошли сертификацию. Прямо на дереве. Насколько я понял, что ветка с этими шишками была сорвана и брошена прямо под деревом. И, видимо, произошло то же самое, что происходит с одуванчиком, когда его срывают при нежелании, чтобы он разбрасывал семена. А он при наличии стебля за двое суток успевает запустить процесс дозревания семян. И через двое суток эти семена готовы разлететься по вашему участку. Значит, поэтому сертифицировать я эти семена не буду, просто залью водой, подразумевая, что они уже сертифицированные. Вот я разрезал одно семечко, вроде бы живое. Орехи. Откуда они у меня взялись, я понятия не имею, вернее, я не помню. По прошествии нескольких месяцев, что я там собирал осенью, я не помню. Они небольшие, но... Я подозреваю, что это местные семена. Такое бывает. Идешь. Вдруг раз, видишь, красивое дерево стоит. А дай-ка я с него возьму семена. Вот я их взял. 3 сантиметра в длину. 2,5 в диаметре. Такая-то у него талия. Посмотрим, как оно у меня будет расти. Первый раз я буду с орехами проводить такие мероприятия по посадке. Еще 2 у меня есть. Одно из них, по-моему, заведомо червивое. Ну ничего. Значит, заливаем семена кипариса. Оставлю на 2 суток, наверное. Посмотрю, как дальше дело пойдет. Эти семена тоже залью. Вот. Посмотрим, что из этого вырастет вообще. Ну и с орехами сделаем то же самое. Залью водой. Слегка. Посмотрим, чем дело кончится. Третье мая на дворе, и вот он, первый всход кипариса. Вообще здесь очень много бугорков, то есть семян, которые приподнимают почву. Если они все взойдут, я даже не знаю, что с ними делать. Раньше мечтал о кедровой роще, сейчас еще буду мечтать и о кипарисовой. В одном из комментариев меня спросили, может ли быть такое, что из одного семечка выросло 2 кедра. Я удивился, но мне прислали фотографию, и там явно видно, что действительно из одного семечка выросло 2 растения. И вот, пожалуйста, на примере кипариса видно то же самое. Семечко одно, а вот сеянца 2. Вот на 15 мая кипарис представляет из себя вот такие всходы. Начали лохматиться. Это очень хорошо. Вообще размножение семенами, ну, в данном случае кипариса, в том числе, характерно для селекционеров, потому что не все семена несут в себе признаки родительского растения. Возможно, будут какие-то отклонения. Часть, например, будет зеленой хвоей, часть будет иметь различные отклонения по скорости роста. Посмотрим, как наши будут расти. Вот они вдвоем растут. Сегодня 18 июня, из посаженных мною семян благодаря эффекту одуванчика у меня взошло больше 100 семян, наверное, целая кипарисовая рощица. Среди них даже, вот, по-моему, земляника, наверное, это
зашла. Может, даже клубника. Кто ее знает, что тут я посеял вместе с грунтом. Скоро будем рассаживать. И будем пытаться выращивать в средней полосе России. Сеянцы оказались очень сильными довольно-таки. Хорошо растут. На подоконнике, правда. Уже стали ветвиться. Стали появляться боковые веточки. Ну что же, вытряхнем наш кипарис с насиженного места. Крепко держится, глядя-ка. О, корней-то здесь довольно-таки много. Куда мне столько кипариса делать, батюшки мои? Так, у кипариса корневая. Давай какую-то выдернем отсюда. Да нет, небольшая. Как у горной сосны, такая же. О. Как же мне их рассаживать-то? По 5 штук в такую банку. Жалко места под каждый саженец. Отдельный пакет. Да и трудов тоже. Сколько здесь времени провожусь. Шкурка выделки не стоит. Наш кипарис борется за жизнь. Он живет у меня в спартанских условиях. Какой из них выживет, не знаю. Но, конечно же, в росте он остановился после пересадки. Это и понятно. Вот этот вот один-единственный, наверное, имеет боковые веточки. Крепенький такой. Вырастут, значит, вырастут. Ну и земляники, конечно, посадил. Куда же без нее-то?